Хотелось бы поговорить по поводу такого явления, как, ой, я даже не знаю, как это сказать, как бы правильно это все описать. Вот вроде бы нормально едешь, стоишь в автобусе, допустим, никого абсолютно не трогаешь, и один и тот же человек, или там разные люди там наступает тебе на ноги. Вот, допустим, там сегодняшний пример. Когда едешь на работу, стоит одно чудо впереди меня и постоянно наступает мне на ноги. Казалось бы, ну возьми и держись за поручень, если ты не можешь там просто стоять. Вот. Держать равновесие, так сказать. Вот, раз наступил, второй раз наступил, третий раз наступил. И когда у него главное спрашиваешь, говоришь: уважаемый, мои ноги вам не мешают случайно, а то за всю поездку вы уже третий раз мне наступаете на ногу. А он еще делает вид, что не понимает языка, на котором у него спрашивают. Вот. Или вообще многого в жизни не понимает. Не знаю, как-то идешь по дороге, соблюдаешь правила, чтобы пешеходы, которые идут быстрее тебя, могли свободно обогнать тебя. Если ты идешь медленно, ну, соответственно, идешь по правой стороне тротуара. Вот. Эти правила писаные, там не писаные, я не знаю, но такие вещи, как, допустим, рюкзак, который, заходя в любое помещение, желательно снять, чтобы не мешать. Заходя в любой транспорт, желательно снять. У любого рюкзака есть ручка. Там, для чего она нужна? Для того, чтобы держать его во время поездки. Для того, чтобы не мешать людям этим рюкзаком. Не все ведь их обычно стирают. Вот. Для того, чтобы не создавать толкучку возле входа. Обычно зайдут, не снимая рюкзак, станут возле входа. Ну и ты ждешь, пока он либо пройдет, либо там развернется как-то, чтобы можно было пройти. Зачем это все делать? Непонятно. Вот эти вот мелкие вещи с утра так выбешивают. Бабушки с этими тачками на колесиках. Куда они бегут? 5 часов утра. 6 часов утра. Куда ни глянь, везде бабушки. Бабушки сидят, бабушки заняли место, бабушки заняли очереди, бабушки бегут с этими тачками, бабушки не дают тебе нормально войти в транспортное средство, перегораживая своими тачками. Вот эти вот дебильные вопросы, там, помогите перенести там через лестницу, там через переход, там помогите мне, зачем ты ее взяла, эту тачку, куда ты ее тянешь, что ты туда кирпичей наложила, зачем? Я вот не могу понять, в 6 часов утра с полной набитой тачкой она куда-то бежит, смысл? Тянет ее, просит других, чтобы ей помогли залезть в транспортное средство, в автобус. Станет, на проходе поставит эту тачку. Люди не могут пройти, люди не могут нормально на работу доехать. Зачем? Подожди ты, час пик этот пройдет. Поспи больше. В 12 часов едь куда хочешь. Никто тебе слова не скажет. Нет, нужно именно вот влезть, сделать так, чтобы у всех было плохое настроение с утра, чтобы все были, я не знаю, там, испачканы твоим рюкзаком, твоими ногами затоптаны, еще и бабка тебе попалась, которая попросит тебя перевозить тачку и потом еще возьмет палкой на носок тебе наступит. Ну, вообще вот жесть. У кого еще такие пробежки с утра бывают? Отписываемся в комментарии, ставим лайки, добавляемся в друзья. Всем пока!